Всем привет! Расскажу о том, как я вдохнул вторую жизнь в жесткий диск от ноутбука, который остался у меня после модернизации. Изучив немного, что продается в интернете, наткнулся на компанию Orica, изучил, что за она, и вот приобрел такой бокс для того, чтобы вставить в него этот диск. И таким образом хранить файлы. Контейнер для моего жесткого диска продается вот в такой коробочке симпатичной. Сзади на английском языке нанесена комплектация. Этот контейнер подходит для жестких дисков размером 2,5 дюйма. Контейнер поддерживает диски емкостью до 2 терабайт. В комплекте идет сам бокс, инструкция на китайском, на русском языке. Вот еще карточка с информацией производителя. Кабель USB 2.0. И вот такая поролонка. Я чуть позже объясню, для чего она нужна. Размер этого бокса 13 сантиметров в длину, 8 сантиметров в ширину и толщина около 11 миллиметров. Длина вот этого USB кабеля, который ушел в комплекте, 60 сантиметров, что в принципе позволит достаточно комфортно пользоваться. Корпус этого бокса выполнен из пластика черного цвета, матового, приятного на ощупь. На передней части торца имеется светодиод, говорящий об активности работы жесткого диска. Здесь интерфейс подключения кабеля. По другим сторонам ничего нету. С обратной стороны тоже ничего нет. Ну что ж, давайте приступим к установке диска. Достаточно туго идет крышка, это очень хорошо. Меньше будут разбалтываться и самопроизвольно не откроется. Под небольшим углом устанавливаем диск. Сейчас я, кстати, скажу о вот этой поролоночке, которая лежала в комплекте. Обратите внимание на ее толщину. С обратной стороны крышки есть поролонка, она тоньше, чем эта. Дело в том, что эти диски бывают разной толщины. 9,5 мм и 7,5 мм. Тонкие, толстые диски. И если диск будет устанавливаться в подобный бокс толщиной 7,5 мм, то как раз для прижимания крышкой понадобится более толстая поролоночка. Здесь у меня диск стандартный и стандартная поролонка. Поэтому я ничего менять не буду. Сейчас закроем крышку, установим. Очень плотно идет, это, еще раз повторюсь, очень хорошо. Все, защелкнулось. Теперь можно сказать, у нашего диска появилась вторая жизнь. С помощью этого бокса буду его использовать. На моем примере вы увидели, что диски, которые остаются после модернизации ноутбуков, могут не лежать мертвым грузом, а дальше эксплуатироваться с помощью таких вот полезных вещей и таким образом дать им вторую жизнь. Спасибо за внимание, всем успехов!